Одного из 12 учеников, Фомы, называемого близнецом, не было, когда приходил Иисус. Ученики сказали ему: «Мы видели Господа». «Пока сам не увижу я, на руках его раны от гвоздей, и перст свой не вложу в них, а руку в ребра его, я в это не поверю никогда». Неделю спустя, вечером, все ученики его были дома, и Фома тоже. И хотя двери были заперты, Иисус пришел вновь и стал среди них. «Мир вам всем! Перстом коснись ран моих на руках. Вот в ребра мои свою руку вложи. Отбрось сомнения, уверуй». «Господь и Бог мой!» «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге. Сие же описано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.